22 апреля 2023 года. Курсовка. Наше регулярное мероприятие. Порядка 100 человек сегодня у нас участвуют. Плывут 1000 метров. Отличная возможность для ребят, для спортсменов показать свой текущий уровень подготовки и познакомиться друг с другом. Прекрасное настроение, хорошая атмосфера, ребята заряжены, и мы тоже. Для нас это праздник. Очень сильно стартанула, из-за чего устала в середине дистанции. Под конец пыталась как-то зацепиться в ноги перед идущему участнику, но не вышло. Но я все равно довольна. 15:41. Эмоции зашкаливают, организация супер. Это был мой лучший личник. Но, конечно, хотелось лучше. Это всегда так всем. Время немножко обидное, 17:02. Планировал 16:50, но я думаю, к маю по-любому сделаю 16. Еще раз Silver Swim спасибо, успехов, легкой воды всем. Результатом очень доволен, я первый раз на курсовке проплыл за 21:01. На второй половине я прям решил отдохнуть и почувствовал прям скольжение, мне понравилось. Расплыли, да? Да, расплылся, да. Спасибо тренеру Илье, поставил правильные акценты на заплыв. У меня 18:47. А, для меня это личник, для Жени это тоже личник. Вообще мы благодарны нашему тренеру Константину, который вложил в наши вот успехи всю душу, да, и силу, и вообще внимание, и вообще он молодец. Любим Константина. Одна секунда роляет. Ну, да. А сколько время? 19:01. Прошлое 19:54. Безусловно, есть куда расти, но показывают достойный результат, достойную технику. Есть чем гордиться. Рекорд. Я проплыла за 18:11. Через 200 метров я потеряла шапку и плыла без шапки. На что делали упор? Не потерять очки после шапочки. Потому что дальше останется только купальник, да? Да-да-да. А это уже совсем неприлично. Улучшил свой последний результат 2018 года. Да, доволен. Тренер отлично поработал. Я не упирался, поэтому старался длинный грибок соблюдать, вот, поэтому да. Ну, я понимаю, что огрехи все равно были, там уже когда устаешь, там ближе под конец, вот, но, по крайней мере, грибок старался соблюдать. По ногам я ногами не работаю, в принципе, по минимуму. Как ваш настрой? Страшно. Заплыл. Мы очень нервничаем.
Какой план на дистанцию? Главное не перенервничать и добыть, это во-первых. Не опозорить тренера, который в нас верит. Я плыл первый раз. По ощущениям старался не быстро начинать, но быстрее закончить. И вроде получилось, разложился так, как и планировал. Да, вначале спокойно контролировал, боялся, что, может быть, устану раньше времени, но в итоге сдержался, не рванул вначале, зато ускорился в конце. За 21.06. Да. Минус, да. Минус 24 секунды. Так что у меня личный рекорд. Я с собой очень горда. Поздравляю. Смешанные чувства. Очень смешанные. И время ваше составило? 23.26. Ну, неплохо, по-моему. Ну, в целом неплохо, но хотелось лучше. Какое время ходили? Хотел 22. 22. 22. Ну, есть к чему стремиться. Абсолютно. Два часа практически непрерывного плавания, 4 дорожки, 4 волны. Диапазон скоростей от 14 минут до 25. То есть мы говорим о разном уровне подготовки спортсменов. То есть люди, которые плавают достаточно давно, люди, которые только начинают путь в нашей школе. Точных данных привести не могу, но в общем и целом большая масса людей проплыла по лучшему результату. И особенно хочется отметить тех, кто плавает в нашей школе давно, и покорил диапазоны скоростей, вышел из 16, вышел из 15, вышел из 17 минут. Это действительно большая и сложная работа как для тренеров, так и для спортсменов. На данный момент в нашей школе в основном штате трудится 5 основных тренеров и порядка 25-26 групп. То есть это большая масса людей. Мы систематизируем, пытаемся коллективы сплотить, чтобы ребятам было полегче, попроще преодолевать, так скажем, и техническую работу, и физическую работу, функциональную работу. Ну, в общем, результатом мы довольны.